Привет всем, я Ксения, и в этом видео я покажу секрет зеркальной втирки. Многие спрашивают, как добиться идеального блеска, идеального зеркала на покрытии. У некоторых какой-то плешь возникает, я сначала не понимала, в чем дело, потому что у меня вроде все нормально было. Иногда бывало такое, что реально появляется какой-то плешь, почему-то неровно ложится блеск, или же не такое зеркало, да, получается, не такой металлик. Получался какой-то грязный эффект, так сказать. Сейчас я расскажу, что я выявила именно для себя, как сделать идеальный блеск. Для начала я вам покажу две свои руки. На правой руке, вот тут уже откололось, маникюр далеко не первой свежести, специально показываю вам. Здесь у меня зеркальная втирка в два слоя. Достаточно грубо смотрится, если вблизи. Вот здесь я уже чинила, введены вмятины. Горбинки. Здесь втирка в один слой. Отличается буквально на полтона. Смотрится намного аккуратнее. И я сделала небольшие полосочки черной гель-краской. Потому что у меня стало откалываться. И я замучилась что-то поправлять, что-то исправлять. Так вот, самый первый шаг. Нужно выровнять идеально ногтевую пластину. Иначе же будут некрасивые бугорки. То есть издалека вот достаточно прикольно, да, будет смотреться. А вблизи по-жлобски. Вблизи не очень. А вот издалека прикольно. Есть разница, да? Так что идеально все выравниваю. Но сейчас наглядно я вам покажу на типсе. Использую я материалы фирмы Коди, где я приобретаю Коди, также многое другое для маникюра. Вы найдете под этим видео. Черный 76 номер делаю первый слой и затем просушиваю в лампе. Теперь я делаю второй слой. Просушиваю. Так, а теперь внимание. Я беру топ Коди No Sticky, топ без липкого слоя. Вы можете брать любой другой топ, которым вы пользуетесь, обязательно без липкого слоя. Хорошенько-хорошенько смотрите, чтобы ногтевая пластина была как можно лучше выровнена. Чтобы не было никаких бугорков, никаких волосинок. Так, теперь я отправляю в свою гибридку на 40 секунд. Итак, вытащила из лампы. Теперь я макаю безымянный пальчик хорошенечко. Оп. Вот сколько пигмента у меня. И нежненько-нежненько сначала прихлапываю пигмент. Вообще еле-еле касаюсь. Очень аккуратно, очень нежненько это делаем. Вот что у меня получается. И теперь также нежно-нежно, еле касаясь, стираем. Вот прям нежненько-нежненько. И мизинчик — это самые слабенькие пальчики, самые нежненькие. А есть такие места, как кутикула и боковые валики, где с пигментом тяжело подобраться. Для этого я беру вот такую штучку, резиновый пушер, и аккуратненько втираю. Смахиваю лишний пигмент веерной кисточкой и чистым пальчиком. Смотрите, какая красота получается. Теперь вы можете закреплять, но сначала проходим пилочкой по свободному краю. Хорошенько проходим, стряхиваем пыль. И теперь можете закреплять любым топом, каким захотите. Я использую без липкого слоя. Итак, вот что у меня получилось. Красивый металл, красивое зеркало. Смотрите, если для вас этот оттенок покажется темный, вы можете
также, допустим, по одному пальчику посушить, закрепить топом без липкого слоя, просушить, тереть еще раз, и будет пигмент смотреться чуть-чуть светлее, где-то на пол оттенка на оттенок, так как я показывала вот на себе. Хотелось вам вот показать, поделиться, потому что поступили вопросы, увидели девочки в одном из моих видео мой маникюр. Вот там-то, конечно, он первой свежести. Вот. А сейчас я хочу немножечко добавить вот таких полосочек каких-то, потому что я без перчаток много чего делаю, поэтому у меня носится все не очень долго и получаются какие-то сколы. Во избежание этого предупредите всех ваших клиентов, которые носят втирки, чтобы работали или уборку какую-то делали в перчатках обязательно. Вот они мои втирочки, это далеко не все втирки, которые у меня есть. Так вот, кто делает так же, как и я, или кому мое видео понравилось и показалось полезным и интересным, ставьте пальчики вверх, не скупитесь на лайки, а также подписывайтесь, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Все ссылочки под этим видео. А сейчас всем пока-пока!